Гортензия тардива – один из метельчатых сортов, примечательный своеобразной формой цветов и их сладким медовым запахом. Побеги отличаются довольно крупными размерами, их текстура быстро становится деревянистой. Такая особенность стеблей служит их защитой от холода. Цветки имеют зауженную, коническую форму и бело-розовую окраску. В самом начале цветения сформировавшиеся небольшие бутоны с тычинками приобретают кремовый оттенок, но по мере роста становятся нежного бледно-розового цвета. Цветение кустарника отличается своей густотой. Метельчатые соцветия начинают образовываться на концах побегов примерно на третьем году жизни растения, их длина может варьироваться от 40 до 55 сантиметров. Цветение продолжается с июля вплоть до заморозков. Гортензия – это кустарники высотой 120 сантиметров с типом роста, штамбовый. Цветет растение в месяц июль, август, ноябрь, сентябрь, октябрь. Окраска цветка белый. Летом листва зеленый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.